соревнованиях участвуют 9 команд, представляющие Сочи, Анапу, Краснодар, а также Туапсинский, Ленинградский, Тимашевский и Динской районы. Школьники в возрасте 14-15 лет уже показали хорошие результаты в отборочном этапе. Теперь в финале определятся лучшие. Главная задача – вовлечь детей, заниматься физкультурой и спортом. Это как бы первый проект, из чего начинали. Сейчас вот вводится ГТО, тоже такие же цели преследуют. Тут уже более ступень выше. Но данные президентские игры, они уже сами себе уже оправдали. Мы уже проводим этот 4-й у нас краевой финальный этап президентских игр. И все мы проводим в Олимпийском Сочи. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия состязаний, а завтра начнется борьба. В программе президентских спортивных игр представлено несколько видов спорта. В течение 3 дней школьники покажут мастерство владения мячом в уличном баскетболе и волейболе, а также сразятся в таких дисциплинах, как настольный теннис, легкая атлетика, плавание и стрельба из спортивного пистолета. Здесь и общекомандные, и личные. То есть все 20 человек команды приносят очки, и потом уже формируется общая сумма, по которой выявляется сильнейшим. Победители получат право представлять Краснодарский край на всероссийском этапе президентских спортивных игр. Они пройдут в сентябре в детском центре «Орленок». Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.